В начале августа в городских СМИ появилась тревожная информация. Рядом с торговым центром «Ритм» началось незаконное строительство. Якобы совладелец здания самовольно захватил общую территорию и приступил к возведению пристройки. Мы встретились с предпринимателем и выслушали его точку зрения. Как рассказал Андрей Кулик, ни о каком самозахвате речи идти не может. Участок находится у него в аренде, согласование главного архитектора тоже имеется. По мнению бизнесмена, скандал раздут искусственно, не без участия совладельца большей части помещений «Ритма» депутата Петросовета Святослава Нефедова. Конечно, моего соседа возбуждает мои, значит, действия здесь, так как можно сравнить и понять, что преследую коммерческий интерес, да, значит, люди, которые находятся у него, арендаторов, завтра будут находиться здесь. Также предприниматель сообщил, что он по своей инициативе выполнил целый ряд работ по благоустройству. Отремонтировал разбитую дорогу и сделал ее пешеходной, как это было в советские годы. А также очистил близлежащую территорию от мусора и укрепил бетонными блоками осыпающийся склон детской площадки. В общем, привычный облик «Ритма» немного изменился, и горожане уже успели это оценить. По словам председателя Совета ветеранов Куковки Любови Кудрявцевой, сначала она была против строительства, однако у увидев результат, задумалась. Мы обратили внимание, сейчас смотрите, какая стала чистота. Такое никогда не было. Никогда не было. То есть такая была грязь. Здесь была, собственно говоря, помойка. Обратите внимание сейчас. Люди идут и радуются. Как сообщили в мэрии, проект был действительно одобрен управлением архитектуры и градостроительства. Однако проблема в другом. По кадастровому плану территория предназначена исключительно для эксплуатации универсамом «Ритм», совладельцем которого является Святослав Нефедов. Точки над «и» в этом конфликте должен расставить суд. Первое заседание назначено на 19 сентября. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Ника плюс».